С вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как можно найти ваше первое сообщение на вашей стене. Возможно, вы уже давно сидите ВКонтакте, около 10 лет, как я, и вы хотите почистить свою стену, например, ради получения Прометея, да, чтобы весь ваш контент был уникальным. Когда-то 10 лет назад я все подряд, что есть, постила. Теперь от этого нужно избавиться. Если вы будете щелкать просто все записи, то чтобы прокрутить на 10 лет назад, это уйдет очень много времени, не все знают, как это можно сделать быстро. Смотрите, чтобы сделать это быстро, вы видите вкладочка «Все записи», на нее нужно щелкнуть дважды. В группах, знаете, вот здесь можно там нажать поиск, здесь выйдет календарик, выбрать, что вас интересует. На вашей стене этого ничего нет. У вас есть только все записи, мои записи, архив записей. Щелкаем на все записи дважды. Потом. Вот, смотрите, на все записи вы щелкнули дважды, 5087 записей. И здесь у вас появился в правом углу вот такой отсчет 1, 2, 3 и далее. Щелкаем на последней цифре, вот 255-я страница. 3 марта 2009 года. Первая запись у меня была оставлена. Сейчас у нас 31 января 2019 года, да, 10 лет уже прошло. Потом вы начинаете искать то, что вам, например, нужно. Я вчера начала слегка чистить свою стеночку. Получится. Вот. По-моему, я остановилась на 250-й странице. Да, вот видите, когда-то я играла в игры, подоконник. И все, что делала, все постила. Просто делайте, удалите, да? Ну, удаляете те записи, которые вам нужны, вы можете архивировать, если не хотите их удалять. Архивные записи будут видны только вам, их можно будет восстановить в случае чего. Зато они никак не будут отражаться на вашей стене. Всем спасибо за внимание, ставим лайк, подписываемся на канал.